Это на улице Щусева было, филиал ГИТИСа. Я понимала, что это мой последний шанс, потому что я пришла сразу на конкурс. Там была группа молодых людей, и у всех были уже сданы документы, у меня не было ничего. Я еще в школе экзамены не сдала. И была только надежда на то, что Олег Павлович все-таки нас послушает. Вот. И так как Олег Павлович всегда против течения шел и не всегда поступал по правилам, он действительно нас прослушал, я сразу же в этот день прошла коллоквиум. Мне поставили 2 пятерки, и осталось только аттестат принести из школы и дать историю. Вот. Это действительно вот из самых, наверное, счастливых дней в моей жизни. Собственно, это день, который определил всю дальнейшую мою судьбу. Кто он для меня? Ну, по большому счету, все равно он мой учитель, конечно. Он для всех для нас учитель с большой буквы. Потому что если учесть, что большую часть своей жизни я все-таки была рядом с ним, то он, конечно, во многом сформировал мои взгляды, при том, что мы можем в чем-то не сходиться, мы можем иногда спорить, но этот человек все равно, который открыл для меня профессию, воспитал меня во многих отношениях, конечно, в человеческом, в актерском. Какие-то вещи очень для меня открыл важные. Вообще сформировал меня как человека. Поэтому, по большому счету, учитель и очень близкий, на самом деле, человек. Это огромная-огромная часть моей жизни. Вот, наверное, что-то есть отдельное от него, но это небольшая часть. А вообще это вот образ жизни, образ мыслей. Это такая огромная планета, на которой я живу. Подумал, что я зла. Наверное, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба мы нудные, скучные люди. Дядя Ваня, мне кажется, очень поэтичный спектакль, который поставил очень талантливый режиссер Миндаугас Карбаускис. Очень гармоничный. У меня очень хорошие партнеры, которых я очень люблю. Такое классическое прочтение, но не тяжелое классическое прочтение, а мне кажется, очень такое акварельное. О, смелее, мой друг, смелее! Кого люблю я? Мудрец из любимых, потому что первая характерная роль, и напротив моей фамилии в распределении стояло слово «проба». Вот. Олег Павлович не собирался меня в этой роли занимать. Это, конечно, такая работа для нас, для всех, от которой мы огромное удовольствие получаем до сих пор. И если говорить то, как мы расправились в этой работе, то это минут на 40 времени. Вот. Играли на маленькой сцене, но сейчас представить себе это невозможно. Конечно, спектакль для большой сцены, мы его очень любим и стараемся сохранять изо всех сил. Сублимация любви. Я помню, когда Олег Павлович дал мне почитать пьесу, он тогда не руководил Московским художественным театром, я только родила Павлика, я почитала пьесу, он сказал, я хочу быть продюсером и выпускать на сцене МХТ. И я про себя подумала, господи, какой же смелый человек, какое я имею отношение к этой пьесе, к этой роли, да еще он собирается делать и предлагает это мне, мы наслаждаемся. Вот для меня это, как, знаете, бокал шампанского, этот спектакль. Виталик Егоров, Олег Павлович, замечательные, талантливые, красивые мужчины, и я одна женщина. На самом деле, как бокал шампанского. И как ни странно, вы знаете, у нас даже когда были какие-то длительные гастроли, мы привозили достаточно серьезный репертуар, многие этот спектакль выделяли. При том, что он комедия, в нем достаточно много смыслов заложено. «На Фигаро» — это первая работа Константина Богомолова, с которым я вообще очень много сотрудничаю. Первая работа в нашем театре на большой сцене. Наличие красивых костюмов, наличие красивых декораций, музыкальное оформление. Оно делает его таким очень притягательным для зрителей. Он красочный, он яркий в главных ролях. Сергей Безруков и Олег Табаков, мои любимые партнеры. Так что мне кажется, что это даже спектакль особо в рекомендациях не нуждается. Он такой праздничный, что на него ходят. Я на самом деле сама, когда вот как зритель сижу в зале, я очень не люблю, когда артисты смотрят в зал.
мне становится неловко, неудобно. Вот, поэтому стараюсь в зал не смотреть. Я ощущаю, я чувствую каким-то другим вот совершенно, наверное, я чувствую биополе, я чувствую энергетику зала. Это гораздо важнее, мне не надо видеть лица. Я приглашаю зрителей нашего театра прийти в подвал на улице Чаплыгиной или на любые другие площадки, на которых мы играем. Мы вас любим, мы вас ждем, вам очень благодарны за те аплодисменты, за то настроение, с которым вы приходите в театр, за ту доброжелательность и за ту любовь, которую вы нас окружаете, наделяете. Мы работаем для вас, и мы стараемся вас не разочаровывать, и ждем вас на наших новых премьерах. Приходите к нам в театр.